Свои первые шаги во взрослую жизнь московские школьники делают по красной ковровой дорожке, как самые настоящие звезды. Сегодня весь парк Горького принадлежит только им, выпускникам 2018. Незабываемые эмоции, восхитительное время и просто отличное настроение. Ребят ждала обширная программа. Парк разделили на 7 интерактивных зон. И в каждой из них выпускники могли прокачать свои навыки. Самыми популярными локациями стали выносливость, сила и ловкость. Самой ожидаемой частью праздника стала музыкальная программа. Более 100 артистов выступали для выпускников в эту ночь. Их выбирали сами школьники путем голосования на сайте «Активный гражданин». Само собой разумеется, что когда мы готовили эту программу, мы старались сделать ее интересной для самих ребят, а не сами ее формировали. На портале «Активный гражданин» мы проводили голосование. 15 000 мнений мы получили на опросе, и те избирателям у нас они выбрали, те и будут сегодня выступать. Самое большое количество голосов в этом году набрали рэп-исполнители Федук и Мод. Они и стали хедлайнерами московского выпускного 2018. За Федука. Потому что у него очень классные альбомы, и сейчас он по-настоящему популярен, как никогда, и поэтому хотелось бы его услышать вживую. За несколько минут до полуночи к выпускникам обратились мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. Они пожелали ребятам всегда ставить перед собой цели и покорять самые большие вершины. Также слова благодарности прозвучали в адрес родителей и учителей, которые поддерживали школьников все эти годы. Затем небо озарил праздничный салют. Так как при выборе программы вечера большинство гостей захотели танцевать, на Фонтанной площади состоялся марафон «Дай 5 выпускной». Здесь свои лучшие песни для ребят исполняли Марк Тишман, Миша Марвин, Ханна и другие. На одну ночь парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники танцевали до самого утра под любимые треки в исполнении известных диджеев и любимых артистов.